Всем привет, с вами Марс. Сегодня мы с вами поиграем в Skyrim. Точнее, в его дополнение. В оригинале оно называется Nightmare, то есть ночной кошмар. Мне обещали, это будет довольно страшно, поэтому давайте смотреть. Я уже давно не писал видео, довольно многое поменялось в моей жизни за эти 3 месяца. Надеюсь, вам будет интересно. Письмо абсолютно пустое, вы увидите, что ваше пальцы какую-то странную зеленую метку. Вот оно. Вот и начались квесты. Да, я играю за темного эльфа. У меня тут полным-полно всяких дополнений установлено. Рудовый кин. Руда безумие. Ого. Не к Шеагарату мы случайно попали в гости. Так, простите, что я не читаю, у меня немного горло болит. Но вы же люди грамотные, правда? Тайный поклонник. Это интересно. Так, нам нужно отсюда выбраться, тем не менее. Не знаю почему, но это мне напомнило амнезию. Амнезия — это не лучшая игра, в которой стоит вот так вот бродить по тюрьмам. Так вот, у меня тут довольно много всяких модов установлено. Я даже в последнее время сам начал заниматься мододелством. Воу. Твою мать. Это что за звуки? Хорошо. Я играю. Ага. Ну, 3:30 ночи. Понятно. Ну, ничего особенного, в принципе. То есть по противникам я не боюсь тут ничего. А вот... Он что, сука, через дымоход залез? Прикольно. По противникам я не боюсь тут ничего, а вот в атмосфере тут есть чего опасаться. Мне просто рассказывали немножко про этот мод. Я не углублялся в детали, но это должно быть интересно. Опять кто-то кого-то жрет. Ну, не знаю, пока больше интересно, чем страшно. Блин. Ладно. Сильный игрок был.
Пока только интересно, что все-таки со мной случилось и как я оказался в этой тюрьме. Давайте-ка применим. Этот мод собой символизирует как бы нечто похожее на Frostfall. Мод, в котором надо выживать, там, все время приходится бороться за тепло. Тут же рассказывают, что будут наплывы безумия, страха, паники. Это тоже будет убивать. Но жду. Жду, не дождусь на самом деле. Это интересно. Вы просыпаетесь у реки, чувствуете сильную боль в затылке. Ваша рука в крови, но вы не можете вспомнить, что произошло. Это был сон? Я так не думаю. Серебряный меч? Вампир. Так. Подождите, подождите. Подождите, я не могу врубиться. У меня не открывается ни инвентарь. Ничего не работает. Хотя это вампиры вулкихарские вроде бы. И что это за говно? Я не могу ни инвентарь открыть, ничего. Странно. Так, хорошо. У них ничего нету. То есть, как бы, я не знаю. Ни записки, ничего. Я так думаю, этот мод отключил мне быстрое перемещение. И карту. Ох, это будет интересно. Чертовски интересно. Я не молчал. Что это значит, интересно? А, ко мне вернулась. Вот. Да, хорошо. Вот, у меня тут есть немножко читерства, то есть катана, переделанная в эдиторе. Ну, немножко. Но буду пользоваться пока обычной. Так, ну хорошо, ко мне хоть вернулось чувство реальности. Где мы находимся сейчас? Так, ну недалеко от Таймстеда. Нет, пойдемте туда пешком. Там остановимся в таверне. Интересный мод. Мне добавил какой-то квест или нет? Там вроде как и нет. Ну ладно. Так вот, этот мод должен заставить нас выживать в этом мире.
Ну, пока интересно. Страха не чувствуется. Хотя предпосылки уже есть. Если правда будут у нас такие сны, то можно будет скоро и испугаться даже. Чертов олень. Испугал меня. Ну, уже почти у Айверстеда. Уже почти. Лучшее нападение – это хорошая защита. Ну ты мне ничего интересного не скажешь, я подозреваю. Это бывает, да. Давайте-ка в таверну зайдем. Там снимем себе комнату. И закончим первую серию. Не знаю. Мод интересный. Потом. Возможно, потом. А, ну бывает. Покажи мне комнату. Давай, давай. Показал. Ну, спасибо, чем что. Это? Нет, нет. И не это. Ага. Прошу прощения, господин. Не хотите ли послушать мою игру на лютне? Нет. Пока не хочу. Так, ну что же. Такая вот как бы серия получилась. Я, к сожалению, пишу не на своем компьютере, но по идее должно быть получше. С вами был Марс. Всем спасибо, всем пока, до новых видео.